На автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин произошла авария, в результате которой серьезно пострадали два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 3 часов дня на повороте к дачам Приазовец. По предварительным данным, водитель мотоцикла, совершая обгон впереди идущего трактора, не заметил, что тот собирается совершить поворот налево. В результате столкновения водитель мототранспорта и его пассажирка получили тяжелые травмы. С места аварии они были госпитализированы в Славянскую ЦРБ. Как стало нам известно, мужчину, который управлял мотоциклом, спасти не удалось. Он скончался вечером в больнице. С начала этого года на территории Славянского района произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых пострадали 4 человека. Общее количество аварий – 37. Погибло 7 человек. 40 пострадало. Основная причина дорожно-транспортных происшествий – это, естественно, несоблюдение скоростного режима водителями двухколесных транспортных средств, обгона и проезда перекрестков. Хочется обратиться ко всем участникам дорожного движения. Уважаемые водители, соблюдайте правила, соблюдайте скоростной режим, разметку дорожную и дорожные знаки. С наступлением теплых дней на дорогах города и района увеличивается движение мотоциклистов и скутеристов. Славянская госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».